Я хотел донести глаз народа, мнение людей о том, какие Владимир. Именно проблемы они считают наиболее актуальными и что особенно заботит их в этой жизни. И вот опрос, который мы провели в конце августа, в начале сентября, показал, что среди социально-экономических проблем наиболее остро является проблема высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И эту проблему указали более половины респондентов. Я хочу сказать, добавить только то, что сегодня проблема роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги приобрело новое качество. Раньше это было просто вот тяжелые, серьезные расходы для людей. Сегодня проблема роста тарифов, она приобрела очень сильно, превратилась в мощный стрессогенный фактор. Люди уже не знают, людей пугает та стремительность и непредсказуемость, с которой происходит изменение, рост тарифов.